Меня зовут Варвара Андреева. Мне 8 лет. Я давно умею читать и писать. Своими знаниями я бы хотела поделиться и с вами. В нашей программе предлагаю выучить алфавит. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! В нашей программе мы уже познакомились с 26 буквами. На очереди следующая, 27-я буква «Ща». Как лещи щавель щипали, щуку щами угощали, чтобы щука после щей защищала бы лещей. Лещ, щавель, щи. Слов, где есть буква «Ща» – большое количество. Предлагаю отправиться в детский сад «Сказка». Там ребята тоже знают слова на букву «Ща». Давайте их послушаем. Щебель, щетина. Щенок. Щука. Щетка. Щучки. Щит. Щиповка. Щель. Щука. Щетка. Щедрость. Щетка. Щит. Щавель. Щипцы. Щепка. С этим заданием справились. На очереди следующее. Мы знаем, что ребята очень любят рисовать. Конечно же, все предметы, которые необходимо изобразить, начинаются с буквы «Ща». Или эта буква будет находиться в середине или в конце слова. Люблю смотреть, когда дети увлечены рисованием. Надеюсь, вы тоже. Буква «Ща» – зубная щетка, непоседа и трещотка. Никак на месте не сидит, зубы чистить всем велит. Действительно, буква «Ща» похожа на щетку. Давайте ее напишем. Проводим три параллельные линии, соединяем их снизу черточкой и дорисовываем хвостик. Вот и все, буква «Ща» готова. А сейчас предлагаю и вам, ребята, написать эту букву. В это время более старшие участники программы будут отгадывать загадки. Посмотри на эту букву. Буква очень хороша, потому что из нее можно сделать «е» и «ё». Буква «е», из нее можно «ё» сделать. «Ё», наверное. «Э». И буква «и» краткая. Тоже «ша». Ну, «ё», наверное. Не получится борща, если нет в нем буквы «А». Ща. 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 Ну, ща. Буква «Та» – зубная щетка, непоседа и трещотка. Никак на месте не сидит, зубы чистить всем велит. Ща. Ща. Зе. Йо. Ну, ще. Ща. Букве «Той» мы скажем: «Ну-ка, притащи на ужин щуку или парочку лещей, да щавель нарви для щей». Ща. Ща. Ще. Ща. Ну, ще. Ща. Ща. Она на расческу похожа. Всего три зубца. И что же? Ща. Буква «Ша». Зе. Ща. Ге. Что же? Ща. Ще. Наш щелкунчик для потехи детям щелкает орехи. Все, орехов нет вообще. Стал щелкунчик буквой «Е». Ще. Буква «Ща». Ще. Ге. Ще. Ше, да? Буква «Та» поможет нам чистить зубы по утрам. Ща. П. Зе. А, ще. Буква «Зе». Ща. Вообще опять, да? Щуки в речке каждый день щеткой зубы чистить лень.
Щука щетку раскусила, щетку чуть не проглотила. Щука – рыба зубастая. Я недавно про нее мультфильм видела. Она в своем озере устроила охоту за мальками и окуньками. А потом... Впрочем, вы все скоро сами увидите. А пока предлагаю посмотреть рисунки ребят. Вот щенок. Резвится на полянке, а сверху над ним летает щегол. Рисунок Максима. У Маши тоже щенок. Он грызет косточку, а в небе тоже щегол. У Рианы тот же сюжет. Щенок и щегол. Яна нарисовала принцессу в короне и коричневую собачку с кисточками на ушах. У Артема на рисунке щенка окружает стая птиц. У Алисы тоже милый оранжевый щенок. У Семена щенок фиолетового цвета. Маша нарисовала щук, которые плавают в озере. А Богдан – щенка с косточкой. На рисунке у Рустама – щенок с оранжевым хвостиком. Жасмин нарисовала щенка, который греется под весенним солнышком. Целых 3 песика на рисунке у Насти. Посмотрите, какого милого четвероногого друга нарисовал Степа. И напоследок работа Камиля. Мальчик выгуливает щенка. Вот такие замечательные работы получились ребят из детского сада «Сказка». А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся через неделю на телеканале «Вектор». Пока-пока!